Посмотрите, какую красавицу я обнаружила. Необычная форма лепестков и окрас. Всего лишь 3,95 евро. Уже собиралась уходить, и тут в конце такой сюрприз. Какой сложный выбор сегодня. Ухи долго она открывала свои первые цветы. Впервые с таким столкнулась. Так что я считаю этой особенность сорта. Больше года она живет у меня, прижилась и сейчас цветет. Хочу сказать, что у нее большие плотные листья. Уже видно, что это стандартная орхидея большого размера. Это ее первая особенность. Вторая особенность – быстро наращивает корневую. Столкнулась с тем, что уже весной все было заполнено корневой в горшке, поэтому я ее перевалила. Что происходит, если не удалить магазинный цветонос? После цветения очень неудобно на подоконнике, когда у орхидеи настолько длинный цветонос. Видите, даже две подпорки не сдерживают его. Обязательно удаляйте его, чтобы открылись более нижние почки. Стандарты отличаются более длительным цветением. Моя цветет с января, уже июль. Уже 7 месяцев подряд. Нижние цветочки отсушивают, и, как вы можете видеть, из верхней почки появляются новые. Всем хорошего настроения и обильного цветения ваших орхидей!